Уважаемые коллеги, приветствую вас на нашем завтраке Friday Morning Private Equity Club. Первом завтраке, который состоится в Пензе. Я приветствую, также благодарю госпожу Баландину, ее помощницу Юлию. Ирина, спасибо вам большое за то, что вы организовали. Показывает еще раз, что люди в Пензе прогрессивные и идут в ногу со временем. Я был рад увидеть вас в вашем городе и считаю, что инициатива, которую вы поддержали, поможет развиваться бизнесу, инвестиционному процессу в России. И ее значение сегодня, возможно, не так заметно, но в будущем его будет трудно недооценить. Сегодня мы с вами идем по Брод-стрит и Уолл-стрит, улице, где делается бизнес в США, и, в общем-то, откуда приходят деньги в мир. Пока это еще так, но здесь люди понимают важность и необходимость делать бизнес, зарабатывать деньги и добавлять стоимость в процесс. Вот именно поэтому я поддерживаю инициативу клуба и хочу вас поздравить с вступлением в структуру, добавлением еще одного города в линейке Торонто, Нью-Йорка, Тель-Авива, Сингапура, Москвы, Астаны. Вот теперь Пенза. Поздравляю вас!